Ой, Рома, смотри, какое красивое розовое платье. Иди, мери. Ну вот. Ох, обалдеть. Ты в нем такая классная. Правда? Конечно, правда. Все, берем. Пошли на кассу. Ну что, Рома, как тебе? Рома? Рома, ты где? Рома? Слушайте, а план крупный будет? Средний. Средний? Все, давайте пишем. Здравствуйте. Дайте мне хоть хлебушка беленького кусочек. Я покушаю, то домой пойду тихонечко, да и все. Мужик, какой хлеб? Мужик! Хлеб. Вот тебе хлеб, мужик! Ой, а может денежек дадите сколько-нибудь? Конечно! Вот тебе деньги, мужик! Ой, а вы кто? Депутат Редькин, номер 5 в избирательном бюллетене. Голосуйте за меня. Мужик, ты будешь за меня голосовать? Нет, я не голосую. Позиция у меня такая принципиальная. Съемку остановите. Давай сюда хлеб и деньги. И пошел отсюда, понял? Гад ты, Редькин. Номер 5 в избирательном бюллетене. Иди отсюда, я тебе говорю. Ого! Сержант Крапивин, 170 километров в час, вы с ума сошли? Товарищ сержант, вы что, совсем? Какие 170 километров? Вы посмотрите, на чем я? О! Что-то, видимо, я переработал. О-о. Ну вы уж извините. Счастливого пути. До свидания. В отпуск надо уходить. Ай! Тут! А! Тут!